25 марта 2020 год, Харьков. Памятный знак 50-й параллели. Ровно так она идет. Практически перпендикулярно Сумской. В Харькове карантин. Ничего интереснее, чем ездить из Лопатки не приходит. Будний день. Людей в повязках минимум, кое-где лениво бродят полицейские, по одному, больше прогуливаясь, чем патрулируя, насколько можно судить по их виду. На такую экскурсию по саду Шевченко, когда еще проведешь. Вот и полицейский легок на помине. Да, спустили водичку. В каскадном водоеме. Сейчас на каскад смотаемся. Какой лабиринт сделали из зеленых насаждений, красотень. Украина. Ну, уже практически отреконструировали. Все закрыто из-за карантина. Да, домик, конечно, видос испоганил, капитально причем.
Вон Южный вокзал. Да. Рук при таких увеличениях лучше не снимать, конечно. Будем ждать, когда этот карантин прекратят. Тут даже движение какое-то. Леонид Быков. О, вон тот дуб красавец, 1517. Красотень вообще. Лага, Струбат из мосту за оборону. А что, были кого-то идеи, что? Да, красота. Если б не коронавирус, гуляй не хочу. То есть и с коронавирусом гуляй не хочу. Ну, по всяким кафешкам особо не походишь. Утесов. Кто еще? Так, 25 марта. Две тысячи двадцатый год.
свобода карантина.